Honda 2008 год. Друзья мои, сейчас не поверите, сам не ожидал. Смотрите, многие даже спрашивали, сам ставил или нет вот такую защиту края двери. Нет, ставил я ее не сам, она уже была при покупке, ну то есть завода, наверное, я не знаю. Покупал с машины в Америке, видите, даже шильники вот наклеены. Полиция, наверное, клеила или кто-то, я уж не помню, когда в Госдепе на учет ставили. Вот такие вот наклеечки и так далее. В общем, сейчас все удивитесь, это металл. Я думал, это пластик стоит, одет, и температурой как бы он с подогревом. То есть его одели и потом, может быть, феном нагрели или как-то обтянулся он. То есть это металл. Вот эти вот защитные штучки, это металл. А почему мне так это удивляет и бесит? Потому что, смотрите, чтобы их поставить, сейчас я поближе сделаю, вырезали ножом или дремелем вот такую полоску в заводском герметике. Представляете? Вообще просто уроды, блин. Я бы с удовольствием обошелся вот без этой защиты. То есть здесь я ее снял, сейчас я вам покажу. Вот, или пластиковую бы одел, пластиковая продается. Так нет. Значит, почему, кстати, снял? Потому что полезла из-под нее ржа немножко. Видите, да, я сейчас только что показывал. Вот, поэтому и снял. Я думал, пластик, а это металл. И вот если бы я знал, то есть при покупке, я бы сразу их нафиг снял бы просто-напросто. Или обработал и поставил на место. Вот смотрите, давайте посмотрим то, что я поснимал. Вот они лежат. Это металл. Вот он звенит. То есть это металлические. В принципе, можно теперь краями дверей, то есть если их обратно поставить, я все берег, можно краями дверей бока других машин мять, и ничего здесь не будет. Совершенно. Я-то думал пластик, а тут металл. В общем, вот такая вот фигня. И я еще раз говорю, что это с завода. То есть вот теперь я их сейчас поставлю, так, допустим, машину продавать, люди посмотрят, о, что это там, герметик двери там у вас там... подточный, что делали там, красили, еще что. Да ни хрена я не делал, так и было. В общем, короче, бешенство. Я не знаю, кто придумал вот эту фигню, я не представляю. Причем, ладно бы ее просто поставили, понимаете? Здесь я не знаю, кстати. Здесь тоже, вот, смотрите, видите? Она под герметиком. То есть герметик снаружи. Обточили и засадили, грубо говоря. Там, не знаю, киянка или чем там задолбали. О, тоже, видите, обточен. Родной герметик. То есть надо тоже снимать и проверять, не начало ли там ржаветь. Ну, вроде снаружи не видно, что что-то полезло оттуда. В общем, какой-то этот попандос прям, вообще просто. Все, спасибо.